very bad. Как жерех по-английски, не знаю. Silver Beam. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как Евтиза говорил. Ням-ням. И бум. Silver Beam. 1 kilo. Very good. Ладно, все, давай. Всем привет, друзья. Сегодня решил вернуться на участок реки, на котором у меня была одна из наилучших рыбалок в этом году. Сегодня успел заметить совершенно другие условия. Вода в крайне низком уровне. Морозное утро. Обещают, что будет солнечно и тепло. Не знаю, обманут синоптики или нет. Но что-то мне в глубине души подсказывает, что рыбалка сегодня будет крайне отличаться от той, которая была. Но тема интересней. Даже если она будет трудовой, она должна быть в любом случае интересной, перспективной и полезной. Буду пробовать, в конце сделаю выводы. Меня засосала опасная бровка, с камнями, с арматурами она. На Москва-реке круто, мы ловим всю зиму, а все на работе, а я на реке, и все ненавидят сейчас меня. Это было эпично. Опасно. На GoPro, наверное, красиво получилось. Вот так, знаешь, идет так. Есть, походу, что-то. Или зацеп. Не знаю. О! Нормально. Ракушечка. Поймал, отпусти. Отжил. О! Ну, все. Чтоб я до рыбу пакет не поймал. Я бы даже сказал, рыба-тряпочка. Такого не бывает. Надо попробовать магию Сергея Евтисова. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням, давай. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням, давай. Надо, наверное, в дубне только работать. Магия Сергея Евтисова на Москва-реке, наверное, не работает. Она только... О, работает. Работает. Кто-то работает. Кто ты? Понятно все. Вот она, магия Сергея Евтисова, блин. Это что-то неправильная магия. Сергей, вам привет от москворецкого леща. Да, надо больше магию Евтисова не использовать, это противозаконно. Ё-моё. Лещ, прости, братан. Крючочек маленький, не хотел. Сейчас я тебя отпущу, подожди. Уже часов 7. Я не могу поймать рыбу на реке. Я не знаю, в чем причина, но у меня есть джокер. Та-дам! С вами Фуга. Надеюсь, быть может, Фуга мне поможет уйти от нуля сегодня. Пойду пробовать, чё.
Есть! Фуга, красавчик! Аккуратно! Вот это поклевка была просто! Нифига! О, сердце сейчас как сбьется с неимоверной частотой, друзья. Фу, такая поклевище просто. Бешеная. Да, это он. Тихо. Я возьму тебя по-любому, любой ценой. Да. Да, фуга. Да! Сегодня какой-то сумасшедший день, друзья. Я 7 часов уже на реке. И это моя первая поклевка. У меня сердце билось неимоверной частотой. Адреналин зашкаливает. У меня до сих пор трясутся руки, держа эту прекрасную рыбу, которая... Я даже не знаю, как вам объяснить, когда вы 7 часов ждете, и оно наконец-то происходит. Сегодня со мной что только не произошло уже на реке. Наконец-то награда есть. И я не знаю почему, но именно когда я одел фуга, это случилось на третьем забросе. Это обалденный талисман, просто. Сейчас мы его сфотографируем и отпустим, друзья. Мы с фуга отпускаем всю пойманную рыбу. И вы отпускаете, друзья. Такие красавцы должны жить. Сейчас мы его чуть-чуть реанимируем. Спасибо! Фуга, красавчик! Я только реализовал. Поклевка мечты просто была. Просто Зетрикс хотел отобрать. Да, ради такого стоит мучиться, наверное, 7 часов. Если дать себе ответ на вопрос, ты готов 7 часов кидать, чтобы у тебя была одна поклевка жереха на кило 430? Никита! Ух ты, какой резвый, а! Смотрите, что делает, а! Вторая сегодняшняя поклевка. Опять на Swim Impact, на такой темный виброхвост. В этот раз небольшой жерешок, но поклевка уверенная, четкая. Фу, прям уже вообще такая усталость, но это очень приятно. Надо отпускать всю пойманную рыбу. Но фотографию тоже надо сделать. Самое приятное, друзья, это когда отпускаешь пойманный трофей обратно. Давай, братан. Туда, туда, туда. Супер! Эти эмоции даже круче, чем когда поклевка происходит. Сегодня рыбалка оказалась предсказуемо сложной. Низкий уровень воды сделал свое дело. Я 7 часов просто хлестал воду и не видел ничего, вообще ничего. Я даже не знал, как зацепиться за рыбу. В итоге, немного передохнув, я достал секретное оружие из своего рюкзака. А то рыбка фугу загрустила, одел. И в течение часа две просто фантастические поклевки жереха. Буря эмоций, я кричал, я радовался. Это действительно круто. Такие рыбалки запоминаются надолго. Ну что думать, 9 часов ловли и лишь 2 поклевки, и обе результативные. Друзья, я думаю, что у каждого были и будут такие рыбалки, они запомнятся надолго. Для меня, наверное, на всю жизнь такие рыбалки запоминаются. Эмоции зашкаливают, есть дикая усталость, сил никаких нету. Поэтому на сегодня все, друзья. Всем пока, до новых встреч.